Азербайджан и Армения сузили круг нерешенных вопросов. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, на данный момент никаких встреч не запланировано. Однако мы с нетерпением ожидаем очередных переговоров между министрами двух стран. Говоря, что мир в пределах досягаемости, мы подразумеваем, что они добились значительного прогресса по ряду вопросов. Даже на последней встрече они сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными. Поэтому мы думаем, что в связи с уменьшением числа вопросов, которые еще предстоит решить, мирный договор в пределах досягаемости, пояснил Мэтью Миллер. Напомним, что 27-29 июня главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, министры встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с помощником и советником по национальной безопасности президента Джейком Салливаном.